председателю Назаровского городского совета депутатов Ольге Владимировне Мартус. Добрый вечер, дорогие друзья. Решение Назаровского городского совета депутатов номер 416. 22 ноября 2017 год. Об избрании главы города Назарова Красноярского края. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 2 закона Красноярского края от 1 декабря 2014 года номер 7-2884 о некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае, пунктом 5 статьи 11, пунктом 10 статьи 21, статьей 25 устава города Назарова, статьей 8 регламента Назаровского городского совета депутатов, Назаровский городской совет депутатов решил избрать главой города Назарова Сухарева Сергея Ивановича. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Назарова в сети интернет. Решение вступает в силу с 5 декабря 2017 года. Председатель городского совета депутатов Мартус. Присягу жителям города Назарова произносит избранный глава города Назарова Сергей Иванович Сухарев. Я, Сухарев Сергей Иванович, вступая в должность главы города Назарова, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая свои способности на пользу жителей города. Уважаемый Сергей Иванович, поздравляю вас с вступлением в должность главы города Назарова. Сергею Ивановичу Сухареву вручается удостоверение главы города Назарова. Удостоверение вручает председатель Назаровского городского совета депутатов Ольга Владимировна Мартус.